Применение медицинских грибов рейши, майтаке очень популярно в наше время. Люди лечат ими разные проблемы, они могут использовать их для повышения иммунитета, для борьбы с онкологическими заболеваниями. При этом они забывают о том, что возможны взаимодействия с лекарствами. Например, пациенты с диабетом, которые принимают лекарства, некоторые препараты и так могут сильно обвалить сахар, а если при этом принимать еще и натуральные средства, не посоветовавшись с эндокринологом, например, вышеупомянутые грибы или куркуму, это может критично обвалить сахар и даже вызвать кому. Поэтому не стоит недооценивать натуральные средства. Они могут быть очень эффективны, но, к сожалению, не так уж безобидны. Еще много полезного о медицине и здоровье на моем YouTube-канале «На пульсе». Меня зовут доктор Игорь Игоревич. Приходите.